Всем привет! Как всегда, спасибо вам за то, что вы здесь, за то, что вы это все смотрите и за то, что пишете комментарии. Потому что комментарии – это очень важно. В комментариях вы вспоминаете те или иные пластинки, которые я забываю иногда достать с полки. Ну вот про пластинку «Jesus Christ Superstar» неоднократно я уже читал и, наконец, достал эту пластинку, которая у меня много-много лет лежит. Оригинальное издание со всеми делами. Дел здесь немного, правда, но они есть. Где же они? Да, вот они. Вот такая книжечка, либретто. Все написано, все расписано и так далее. Тоже такая же красивая. Jesus Christ Superstar. Кто не слышал эту пластинку? Скажите мне, пожалуйста. Наверное, сейчас есть такие люди. Наверное, уже, потому что память человеческая, она, к сожалению, куриная. И если бы не книги, то мы бы вообще ничего не знали бы ни о чем. Про интернет я не говорю, потому что интернет – такая штука очень сомнительная. Информация в интернете, она со временем меняется все время. Если посмотреть на разные энциклопедии. Музыки это касается не очень сильно, потому что музыка не шибко интересует вообще тех, кто управляет миром. Вот я вот так сказал. А остальная информация, она, конечно, так себе видоизменяется. Хотя в книгах она тоже видоизменяется, но в отличие от интернета, книги старые, они остаются в неприкосновенности, если их не сожгли еще и не сжигают. Вот и если в книгах покопаться, в старых, можно найти рассказы о том, что было когда-то. Я повторюсь, в отличие от интернета, потому что там то, что было когда-то, может выглядеть через неделю совершенно по-другому уже. Вот, так что обращайте внимание на книги. Но я не об этом сейчас, я о пластинке Jesus Christ Superstar, которая вышла, если мне память не изменяет, в 70-м году, может быть, в 71-м. Ну, это не так уж важно. Начали ее записывать в 69-м. Два молодых парня совсем. Одному из них было 22 года всего. Это Эндрю Ллойд Вебер. И его приятель Тим Райс, который написал все тексты, то есть либретто, и придумал идею данного произведения, Тим Райс, ему было 25 лет. То есть два совсем сопливых еще юнца, уж извините, кому сейчас 25, но это чистая правда. Это очень юный возраст еще для большого артиста, для большого композитора. Но, тем не менее, Эндрю Ллойд Вебер уже учился музыке профессионально в Королевском колледже, если мне память не изменяет, музыкальном. И мечтал создать что-то такое интересное, чтобы войти в мир шоу-бизнеса. А Тим Райс, он уже работал в шоу-бизнесе на каких-то таких должностях очень низких, ну, низовых, да. Они дружили, эти ребята, и написали один мюзикл, не помню, как он называется, который никуда не пошел, потом уже пошел, после того, как они стали известными, не помню его. И, наконец, им пришла в голову идея рассказать библейскую историю в музыке. И они ее рассказали. И стали знаменитыми на весь мир. И эта штука многими называется одним из самых ярких и знаковых музыкальных произведений 20 века. Ну, если говорить о популярной музыке, то что называется. Хотя Jesus Christ Superstar давно уже вышел альбом за рамки просто поп-музыки и стал вещью самодостаточной, рассматривается с разных позиций, политические какие-то, значит, настроения меняются, политики обсуждают эту штуку много-много лет, десятков, религиозные деятели то протестуют, то, значит, одобряют. Папа Римский одобрил, например, произведение это Римская католическая церковь, то есть одобрила.
представители иудаизма обвинили в антисемитизме сразу же авторов и производителей этой пластинки, кричали, что ее нужно запретить, и вообще это кошмар. Компания BBC отказывалась передавать на своих волнах музыку «Jesus Christ Superstar». Не знаю, согласилась ли я или нет, это надо спросить уже у ребят из Англии. Я не в курсе, транслировали ли по радио эту музыку или нет. В нашей стране тоже было все, как всегда, не совсем просто, потому что пришло время, когда состоялась постановка «Jesus Christ Superstar» в нашей стране, и спектакль этот шел около 30 лет, а потом общественники религиозные, когда вышел закон об этом самом, как это самое называется, про права верующих, что-то там такое, вот, оскорбление чувств верующих, вот, когда это написали на бумажке, что оскорбление чувств верующих, сразу, значит, все были оскорблены, до этого никто не оскорблялся. До этого все, значит, все было хорошо. А только вот написали на бумажке, разрешили, сразу оскорбилась общественность, и стали писать письма: запретить, уничтожить, запретить, сжечь, и распять, казнить, и останки заточить в Петропавловскую крепость на 100 лет, как говорил Курехин. Вот. И стали снимать у нас эти спектакли, запрещать их, причем как-то запрещать так, не апеллируя к закону, а просто вот взяли и запретили. Несмотря на то, что Русская Православная Церковь, представители Русской Православной Церкви говорили, что мы не имеем отношения ни к каким этим запретам, и ничего мы вообще такого страшного в этой опере не видим, и почему эти запреты происходят, мы не знаем, мы не понимаем. Это мнение Русской Православной Церкви. Еще раз повторю, для общественников, которым эта штука не нравится. Идите в церковь, поговорите с батюшками. Они вам все расскажут про это. Правильно это или неправильно. К слову сказать, количество молодых людей, которые пришли к христианству, которые стали читать Библию, которые прежде не читали, после прослушивания этой пластинки, оно не поддается никакому описанию. Огромное количество людей стали, по крайней мере, интересоваться религией. Кто-то из них уверовал, кто-то нет, но то, что они стали интересоваться тем, что прежде их не интересовало, это уже огромный плюс. Для тех, кто сомневается и негодует, рассказываю. Еще раз обратитесь к Русской Православной Церкви, чтобы сомнения ваши и гнев унять, если таковой имеется. Ну, собственно говоря, о пластинке. Я ее услышал, когда учился в средней школе, причем в классе в 5 или в 6, совсем я был еще дитя, но уже интересовался музыкой. И у кого-то я записал с одного магнитофона на другой, потому что альбома еще тогда у меня не было этого. И я был потрясен. Я был потрясен красотой, глубиной этой музыки и ее наполнением, ее духовным содержанием. Она настолько, даже мальчика Алешу, школьника советского, настолько проняла именно музыка. Она удивительна. И все, то, что называется арии в этой штуке, они, каждая из них является самодостаточной песней, самодостаточным произведением. И можно слушать эту пластинку просто как набор отличных песен. Они все просто вот, все как жемчужинки. Их можно вынуть одну, поставить там куда-то и слушать ее одну песню. Или там 5 песен взять, 5 арий взять отсюда, перемешать их как угодно. Вынуть из контекста произведение и слушать просто как песни, как музыку. Они самодостаточные, они прекрасны все, начиная с увертюры, да, инструментальные даже, которая начинается с электрогитары перегруженной. Ну, чуть-чуть, да, не так. И сразу понимаешь, что сейчас тут что-то будет. И это что-то начинается, и увертюра развивается, приходит к кульминации, приходит к
кусочку взятому из той истории, где бичуют Иисуса, и потом финал, и просто бац, вот такое музыкальное полотно короткое. Ух, и выдыхаешь, как здорово это сделано, и как фрагменты основных арий, как положено в увертюре, да, вот что такое увертюра, это кусочки из ключевых музыкальных номеров, да. И как они логично связаны все, никаких нет склеек, не технических склеек, а композиторских склеек, да, как они логично переходят одна в другую, так приходят к финалу блестяще. А дальше начинает петь Мюррей Хэт. И вот Мюррей Хэт в первой пьесе «Heaven on their minds», правильно я произнес, да, «Heaven on their minds», поет, сразу завораживает, сразу, и сразу понимаешь, что дальше надо слушать. Это, и хочется, чтобы эта штука не кончалась. Она длинная достаточно, но она такая интересная, с изменением динамики, с переходом на такой чуть-чуть речитатив, потом опять в длинные ноты, в почти крик. И очень музыкально, очень красивая мелодия. Очень здорово просто. Мюррей Хэт здесь the best. Особенно песня под названием, пьеса, ария под названием «Суперстар» в конце. Там просто уже полный улет, что называется, да. Очень здорово. Виктор Брокс здесь. Виктор Брокс, блюзман английский, мрачный. Не пожилой еще, но с таким голосом хорошим, настоящим. Вот. Ян Гиллан, понятно, да, все знают, что Ян Гиллан. Ян Гиллан здесь спел «Иисуса Христа». Эндрю Ллойд Вебер услышал пластинку Deep Purple под названием «In Rock», услышал песню «Child in Time», где Ян Гиллан поет свои высоченные, знаковые вот эти вот и длинные ноты. И тут же пригласил его в качестве исполнителя для того, чтобы он спел за Иисуса. И Гиллан пришел в студию, за 3 часа спел все свои музыкальные кусочки и ушел. Вот бац, раз, и все готово. Ивон Элиман, которая поет «Магдалину», ей тогда было на момент записи, по-моему, 17 лет. То ли 18, то ли 17, но на самом деле была еще сопливая девчонка совсем. А как спела Марию Магдалину? Да никогда не скажу, что это дитя поет вообще какое-то такое. Ну, очень круто. Очень здорово. Ну, я повторю еще раз, что каждое произведение здесь, каждая песня, каждая ария, они самодостаточны. И они выстроены в таком развитии здесь, что вдох-выдох, что называется. Вдох, а выдоха нет. Вдохнул и пошел читать Библию, которую прежде не читал. Да? И поэтому в любом случае эта вещь очень полезна. В любом случае, что бы кто ни говорил, эта вещь полезная, она принесла много пользы нескольким поколениям, уже слушателей, нескольким поколениям. Очень хорошая вещь. Очень ее советую всем послушать. И пошел, как всегда, пить. Пока.